Там я не пройду. А, увидела! Да, это тут длинный путь, и я никак это не пройду. Ща. Еще разочек попробую. Да не сможешь ты там. Там в песочке под землей проходить надо. Да я думал, проскочу наверх просто. Ну а тогда все. Здесь я тоже пока ничего не смогу сделать. Печалька. То есть тихий лес я сейчас не осмотрю. А сколько у нас там не хватает-то? Я не знаю. Ну так вот, сейчас, визуально. Сейчас гляну. Процента. Дофига еще не хватает. Вон там наверх, налево. Угу. Сейчас посмотрю. Я много чего взял здесь по пути с совушкой. Такой тяжелый. Погоди, я не понимаю, где я нахожусь. Ну, почти. А-а-а. Так, а я здесь был? Нет? Ну, там притянуться можно наверх, нет? Нет, я тут не мог быть. Не был. Фонарик, песочек. Это колючка, осторожно. Ага. Фонарик. Что быстро упал и быстро поднял, то это упавшим не считается. Вот со мной так же. Не помню, как это там нормально. Гоночка будет, да? Осколочек. Это называется правило 5 секунд для еды и всего такого. Вообще, для всего. Ну да. Вот бы еще урон не наносился, когда так сделал. Это тебя палит. Избыток. С ним избыток энергии превращается в жизнь и наоборот. А, неплохо, наверное, да? Где у нас начало гонки? Страшное место какое-то вообще. Я согласен, да. А, видел. Кажется. Ну что, страдаем еще раз. Так сказать, уже до конца. Хотя... Может, не избыток все-таки? Может, нет смысла этот избыток ставить? С одной стороны, как бы... Не, ну неплохо плюсов. Так-то. Ну, у тебя редко когда бывает избыток. Но если у тебя есть что-то более важное... Очень много избытка получается на этих... На аренках, короче. Потому что, я не знаю, там очень много энергии дают. А у меня нечем ее тратить. И получается, что как раз энергия здесь бы переходила в здоровье. Это очень, очень неплохо. Всем поддал.
Я лечу. Ага, вот оно. Я даже знаю, куда мы сейчас пойдем, я так понимаю. Угу. Небольшая трасса. Ну, такая прыгучая. Все, в полетах, в рывках. Угу. А, я понял. Заново. Ничего не было. Ну, сейчас страдать будем, да? Да. Оно вроде не сложно, но у него как-то быстрее это получается. Ловкий. Он-то не ошибается. Так это, по идее, реальный человек проходил. Нет, ну с какого раза? Не ту кнопку. Почему притягивалка и хваталка на ЛБ, а в это впрыг в землю на РБ? Понаделали тут. Я просто в клавишах путаюсь, их столько тут используется. Всякие двойные прыжки, рывки, впрыги, подтягивания. Не надо нам объяснять, делай, кошмар, давай, какой. Мы все поняли, поняли. Не поняли, вам не понять. А? Ну, сейчас. Вот это место я уже практически идеально делаю. Вот здесь плохо. Надо поработать над заземлением. А призрак еще этот гад подгоняет. Приходится спешить. Давай. Как? Даже я не поняла, как вот... Я что-то тоже не очень понял, как мне тут правильно. Вот сейчас попробуем. Мне надо было сразу направо. А, сразу хватило бы? Ну, попробуй вот сейчас. Попробовал. В смысле, хватило бы. Сейчас мне в глаз просто что-то попало, сейчас все будет. Вот так тебе. На повороте его обошел. 24-21. На целую секунду быстрее. Ну, я хочу отметить, что до этого места ты шел хуже, чем он. Мог бы лучше. С первого раза, да. Давайте посмотрим, как это делают профессионалы. Так, как там список лидеров? Постоянно забываю, как это делается. Давайте посмотрим, кто у меня в Стиме играл, как прошли. Ё-моё. На последнем месте.
потому что, говорю, вот первое. Вот перед этим попытки были, ты прям идеально проходил начало. 9.98. Ну, короче, я даже уже знаю, что мы примерно увидим. Они там с рыбками. Сплошные рыбки, да? Да. Будем смотреть. Мы уже смотрели, поэтому, наверное, можно посмотреть. Просто в воздухе. Ага. Пипец. А, эти рывки нельзя использовать, они прописали что-то. Вот оно в чем дело, да? Печаль. Ну, тогда непонятно, почему. В игре там сейчас не блокировали. Я еще разочек попробую. А, у меня, я дух поставил того, что ли? В смысле? Ну, в смысле... Не того духа поставил. Сейчас. А я могу своего призрака поставить? Вы же мне написали ЛБ. Переключи список лидеров. А, вот, переключился. А, все прямо? Прикольно. Блин, мне нравится. А, там и я тоже где-то прыгаю. Ну все. Причем в этом месте, я смотрю, все немножко подтормаживают. У тебя какая-то попытка была одна. Или две. Тут прям тут вообще классно прошел. Стой, Кверти! Прикольно. Мне нравится. Это они прикольно придумали, прям классно. И все уже. А я, оказывается, когда это... Использую... Что? ЛБ, когда использую, то есть оно как бы... Время-то зависает, но здесь оно не зависает. То есть здесь невыгодно зависать на ЛБ и думать. Здесь выгодно быстренько нажать ЛБ и сразу зажимая в нужную сторону. То есть... А за сколько я в прошлый раз-то прошел? Я хоть кого-нибудь обогнал на этот раз? Нет. Нет. Стой. Ладно, сейчас еще пару разиков. Призраки в то же время немножко сбивают. Здесь у меня не получается очень. Да, для тебя тут самое проблемное место какое-то. Прям заговоренное. Вот это, вот тут ты сейчас хорошо сократил двумя рывками. Но потом уперся куда-то. А, здесь третьего рывка нет, и я на этом фейлюсь как раз. Я был близок, в принципе, чуть-чуть.
потолок уперся. Как так? Борис! Но при этом я себя обогнал. Прикольно. Сейчас еще разок хочу. Хочу лучше. Я не знаю, почему мне эта гонка так понравилась. Тут все нужно делать прямо вот в одно касание. А где-то даже и без касаний. Я всех обогнал. Я чуть чаями захлебнулась. Но так нельзя же делать. Шел-то хорошо. Хорошо бы сейчас закончил тогда. Ну ладно. Все. Обгоняйте там меня теперь, короче. Ой. На самом деле мог бы, конечно. Ты мне нервы прям сделал. Сделал нервы. Ай, ладно, потопали. Учитесь, с первого раза первое место. Да. Вот здесь вот нычка. Похоже на нычку, да? Где? Вот здесь. Ну, что-то непонятное. Возможно, просто углубление какое-то. Фу. Почему я... А как она убилась? Так, это я тут был. А где нычка? Нычка ниже. Если, конечно, это нычка. Взмахом это не ломается. Если про эту штуку говорила. Угу, про эту. А какие-то вообще усиленные есть что-то, что-нибудь такое? А может вот так? Бабахну чем-нибудь. Что мы еще не пробовали? Нет, это не работает. А если еще раз дуть? Оно как бы вроде тлеет там, но... Видимо, нет пока таких... способностей. А может, враги есть, у которых можно там их снаряды словить? А здесь нет таких вроде. Народ на прошлом стриме писал, что там можно пройти с твоими обилками. Так. Но я строго-настрого запретила подсказывать, поэтому... Только допирать своим умом. Да, но я не вижу никого стреляющего поблизости, даже примерно. Луком пальнуть туда? Да нет. Да, посмотрим, кто внизу есть. Вот с помощью вот этой штуки, наверное, можно. Ай. Ай. Ну, хотя бы так, ладно. Где-то еще одно такое место было, это да? Это было в
вначале, когда мы только пришли на эту локацию, там с левой стороны было. И да, еще да, дальше да. Проходили, когда справа было. А еще. Где слева? Справа. А вот, наверное, вот здесь вот. Вот левее, вот здесь вот, по-моему. Могу ошибаться, правда. Но ого. Я не припомню, чтобы там был такой взрывающийся. О, здрасте. А, мы с ним разговаривали. Мы с ним общались, да. Здесь я был. Вот, взрывающийся вижу. А, ну вот. Ну вот, да. Мы, похоже, на тот момент просто их всех поубивали и скакали тут. Ну не да. Не понимая, что делать. Пробуя обилки. А у меня еще и возможности толком не было. Я просто не помню, чтобы кто-то были. Мы тут на сове скакали. Да, да, да. Ты решил телом пожертвовать? Можно было отскочить луком. А, кстати, возможно, да. Ну. Не понял. Куда я? Так тут просто проход. Тут я брал. Я должен был вот эту штуку взять, пробив там проход, что ли. А я тут с собой взял. Тихий лес 84% только. Кошмар какой. Говорят, да. Должен был штуку эту взять уже потом. Ну или совой. Можно было попробить. А почему тихий лес у меня 84%? То есть мне сюда как-то надо попасть. Но сюда, я так понимаю, все-таки я не могу пока попасть. Потому что там у меня проход закрыт. Ладно, пойдем семечко отдадим. Здесь мы все сделали. Вот здесь я вроде был же. По-моему, был. Здесь плавали. Пойдем семечко отдадим. Фу, что-то жарко. Устал? Ну так. Это после гоночки, наверное, плюс чай горячий. Да он уже остыл. Нам же там, по-моему, минимум 6 руды надо еще, да, найти? А у тебя сколько сейчас? Сейчас посмотрим. У меня 2 штуки всего. А, 8 даже. Еще 6. Всего 8. Ладно. Тогда семечко. А, картографу можно уже сдаться попробовать? Не, ну, в принципе, можно попробовать. Сейчас попробую зайти. Цветник в роднике. У меня никогда не получалось выращивать цветы. Сейлы в старом саду. Может, здесь им больше понравится? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нажать, наверное, нужно, Саш. А. Сидит, ждет. Я жду, да, сижу. Думаю, так и должно быть. Я уж было волновался, что этот сад никогда не сравнится с тем, что был у меня раньше. Но видно, я ошибался.
Твоим цветам, Сейлом, здесь очень хорошо. Я бы хотел поогородничать, но потом. Продолжайте исследовать тихие. Да подожди. Ага, вот и мой любимый исследователь тихого леса. Это последняя часть. Карта вышла изумительная. Теперь в лесу нам знаком каждый уголок. Уж теперь-то я там точно не заблужусь. Хотя я туда и не собирался. Как помощнику картографа я дам тебе скидку на любую карту. Я отмечаю на этих картах свои наблюдения. А, ну. Скидка, да? Да у нас денег нет. Да, как-то да. Да что-то нет, меня жаба душит. 3000 отдавать. Все, давай, пока. Можно фармить духовный свет. Так-то ты можешь прийти и вообще у него там все с полочки собрать, все карты. И пойти. Не могу полу собрать-то как раз, а вот так вот зайти и разбить все могу. Нет, ну я имею в виду в теории-то. Ну в теории-то да. Ну ты же добрый, тебе нельзя. Рад тебя видеть. Хочу отточить навыки. Кто сказал, что я добрый? Может, я не очень добрый. Ты добрый, все. Давай выбирать шип, звезда духов или турель. Звезда это типа бумеранга, да? Ну, я так понимаю, она летит вперед, потом обратно. Наверное, а что там да. еще? Еще есть турель. Мне пока вот турель. А интересно еще? Посмотреть. И шип, запускайте мощное световое копье. Много энергии. Ну, возможно, он даст мне возможность грохать этих. Больших сразу, да. Ну, не знаю. Ну, возможно, ты мелких и так забиваешь. А вот с толстыми повозиться приходится. Ну, ладно. Ну, я так рассуждаю просто. Я согласен. Она дорогая сама. Шип взрывается при попадании. А, это продолжение же. Да. Будь начеку. Ой, так. Как это работает? Ого. Сколько энергии тратит? Ага. Две ячейки, да? Ну да, две ячейки. А, и в воздухе только. То есть он сам подпрыгивает даже. Подожди-ка, у меня есть идея. Что? Раздул. И зачем? И что? Чтоб наверх быстро забираться, наверное. Наверное. Но а там в потолке дырки нет, ничего нет, не да? дает. Ну, нет. Ну тут-то был везде. Ну, так неинтересно, да. Мы тут уже были везде. Для тех, у кого нет тройного прыжка. Подожди, я как-то упустила этот момент. Мы в итоге подсадили, то что нам дали? Цветочки какие-то дали. Нет, ну я имею в виду нам, как плюшку. Такое ощущение, что мы собираем дух. Периодически почему-то прилетает откуда-то, но я не обратил внимания откуда. А, вот. Какие-то почки такие появились, похоже. Мы их собираем. И мне кажется. Вот, видишь, опять. Лежат. Оп. Плюс 5 духов. С кем-то еще по квестам надо поговорить. Задание. Так, блуждающие огоньки.
Нам это мы знаем. В зимнюю локацию у нас сходить, мы туда уже собираемся. Сюда мы зачем-то пришли, нас не пустили. Потерянный рай. Это основное задание, это основное задание. Зимняя, ты мне, а я тебе. Верал дал вам пряного супа из болотных моллюсков. Он в самый раз подойдет для того, чтобы согреть замерзшего Моки. Угу. Это значит, в зимний понадобится по-любому. Так, путь во тьму. В пещеру, наверное, нам бесполезно пока идти. Благоустройство полей пока тоже занимаемся. Озеленение полей тоже пока занимаемся. Ну, можно ради интереса глянуть в пещеру. Чисто а быстро. С чего бы у нас что-то появилось такое? Не знаю, просто... Он рано еще. Да. А-а-а! Рано. Схлопывает. Страшно. Я думаю, будет что-то такое, что ты точно заметишь. Ну, хорошо. Значит, идем в зимнюю локацию. Сейчас бы еще вспомнить, как туда забраться. Могу просто портнуться туда куда-нибудь? Нет, не могу. А тут у нас что? Слух. А, это семечко, ага. По 5 опыта, в принципе, ничего такого не дает. Можно было по 10 давать. А лучше по 15. Мне только вот обидно, что это... Мы навыки никакие, осколки, точнее, не улучшили теперь. Потому что потратились на навык. Ну, будем надеяться, он себя оправдает.